начинаем прямой репортаж о матче, который обещает быть весьма занимательным. Я Василий Уткин, представляю вам своего коллегу по репортажу Василия Соловьева. Здравствуйте, Василий, здравствуйте, зрители. Надеюсь, сегодня игра будет очень интересной. Я надеюсь, что вы, Василий, не делали никаких ставок на этот матч, потому что предсказать его исход практически нереально. Да, не часто встретишь такое количество болельщиков команды гостей на стадионе, как сегодня. Гости могут порадоваться преданности своей публике. Это даже не преданность, а это настоящая служба делу своей любимой команды, да и всего футбола. Маневров есть возможность для подачи. Матч окончен. Я поздравляю всех, кто был сегодня с нами. Команда продемонстрировала сегодня огромную волю к победе, несмотря на то, что соперники изо всех сил старались присвоить победу себе. Мы удивили. На любой вкус мы сегодня видели атаки благодаря этим артистам, вышедшим в амплуа форвардов. Спасибо, спасибо, спасибо. Такое прекрасное настроение создано матчем. Просто всех мы любим, обнимаем заочно и заглазно. До свидания. Играйте в футбол.